Привет! Сегодня я поиграю в игру под названием Double. Это игра от двух российских разработчиков, и она представляет из себя экшн-квест, повествующий о борьбе с психическим заболеванием с помощью погружения в свои сны. Также сюжет здесь вроде как нелинейный и должно быть несколько концовок, наверное, я так думаю. Не знаю, буду ли я ее проходить до конца или нет, но во всяком случае я решил ее глянуть. Новая игра. Очень много слов. Запоминай погружение, где ты, твой мир. Запоминай, что видишь и слышишь. От этого зависит развитие сюжета. Ты нервничаешь? Почему у второго пушки нет? Мне надо кликать или что? Совсем нет, с чего ты взял? Ты всегда куришь сигару, когда нервничаешь, я-то тебя знаю. Да, я переживаю, мы так долго готовились к штурму штаба в Кайолока, месяц подготовки. Скажи честно, ты ведь боишься умереть? Лет 5 назад не боялся, сейчас боюсь, ведь у меня есть Лусия и Джозу, странное у меня чувство. Странные у них имена, вот что я тебе скажу. Это нормальное чувство. Когда я сидел в засаде, часто задавался вопросами, сами лезут в голову. Как думаешь, я тебя спасу в критической ситуации? Пока ни разу не сомневался. Приятно слышать. Скажи, это же, наверное, тяжело быть капитаном. Немного, я чересчур ответственный для этого. Я вижу Кайолока, сейчас начнем. Настало время показать этим псам, кто мы. Если у нас получится захватить штаб, это будет большая победа. Что там за глаза? Вперед. Сдохни, это галлюцинации его. Карлос, ты спишь. Внимательно слушай наш голос, мы поможем тебе разобраться. Значит, надо звук прибавить себе. Так, сохранение. Как здесь? Ой. То есть ходить клавиатурой. Почему ты один? Целься с помощью мыши. Нажми левую для стрельбы, удерживай правую для точного прицеливания. Туда надо стрелять или нет? Пока что все очень странно. Он предал тебя. Это не настоящий мужик, а здесь можно приседать? Нифига себе, если не целится, он рандомно вообще стреляет. Кто тебя стрелять-то учил? Это как в КС разброс. Жесткий. Это индикатор осознанности. Он уменьшается при ранениях и бездействии. И увеличивается при убийстве врагов и чтении писем. Так, при ранениях и бездействии. Подойди и кликни по письму для сохранения. Карлос, не слушай их. Ранение получил. Или нет? В конце сна ты встретишь своего врага, убей его. Верь нам. Пока что все очень странно. Я не знаю, за сколько проходится эта игра, я опять могу сохраниться. Проснись. Используй рывок для убийства врагов. Как это работает? Так, запоминай дату своей смерти. Что? 1921-1958. 58, да? Убей врага. Ты же не выстрелишь в старого друга. Это враг, да? Он предал тебя. Карлос, это было недоразумение.
Опусти автомат. Так мне надо его мочить или нет? Но я не могу просто пройти. Опять. Блин, я забываю кликать. Каждую ночь это повторяется. Я жду-ка это само. Война. Пройдет, что злу... Что же случилось в Кайлока? Не могу вспомнить. Скоро начнется утренний обход. Для начала мне нужно встать и умыться. Подойдите к раковине. Он в психушке, что ли, какой-то сидит? Нажмите на раковину, чтобы умыться. День первый. Надо, нет? Сохранение. Тут его дневник, что ли, или что? Нам разрешают читать. Это «Старик и море». Мне она нравится, ладно. Я еще не дочитал ее. Может, как раз стоит этим заняться? Я не помню, сколько здесь нахожусь. Сегодня светит солнце, завтра льет дождь. Может, он пришил того мужика, его посадили в психушку какую-то. Через окно есть хоть какая-то связь с внешним миром. А что мне делать-то надо? Зачем я дату запоминал? Единственная вещь, на которой можно сидеть, или с помощью которой можно повеситься. А, нет, я забыл, что веревки нет, значит только сидеть. Вот я и думаю, как можно повеситься. О, кто-то мне открыл дверь. Санитары, пора идти на прием. Да, я готов. Что это за реплика? Когда с ним после этого разговаривал психиатр, больной ответил, что разозлился на меня из-за формы моего пальца. Я так смеялся, ну, когда я снова смог смеяться после всего этого. Я всю историю пропустил. Чего он сказал? Какое-то число? 56, это нужно запоминать, нет? Ему не понравилось, что мой палец был слишком костлявый, что ж теперь он не костлявый, потому что его нет. Вам повезло, что с вами работает доктор, он отличный специалист. Этот ничего не будет говорить, мужик. Главное для вас помогать ему в вашем лечении. Входите. Доброе утро. К вам кое-кто пришел в гости. Они так медленно ходят. Спасибо, вы можете идти. Всего доброго. Здравствуйте, Карлос. Как ваше самочувствие? Плохо, эти сны меня сводят с ума. Я вижу по вашим глазам, что вы совсем не выспались. Это может плохо сказаться на вашем здоровье. Я был бы сам рад нормально поспать, но у меня просто не выходит. Моя голова даже во сне непрерывно продолжает работать. Знаете, у меня был пациент, который очень плохо спал и в итоге перестал отличать сон от реальности. Стал сначала скрытным, потом полностью невменяемым. Даже сломал мне стол. Это третий за мое время работы здесь. Я бы не хотел, чтобы вы пошли по тому же пути. Поэтому я ожидаю от вас честности и строгого следования назначенной терапии. Я сделаю все, что в моих силах. И знаете, здесь и правда много странных личностей. Пока меня вели по коридору, я заметил человека, он метался из угла в угол и постоянно повторял одно и то же число. Я его знаю, вы запомнили, какое число он повторял? Конечно. 56. Вы очень внимательны, верно? Он был математиком, и именно это число сыграло роковую судьбу в его карьере при важных расчетах. Не буду вдаваться в подробности, но сам по себе компенсаторный механизм интересный. Тот случай, когда психика старается исправить ошибку прошлого, но все выходит из-под контроля. Знаете, Карлос, вы уже здесь довольно давно, и я очень переживаю за ваше состояние. Уже в течение долгого времени я вижу, что вы все глубже погружаетесь в себя. Это опасно. В таких случаях обычно собираются с друзьями и пропускают пару кружек чего-нибудь крепкого. Разговаривают по душам. Давно я ничего подобного не делал. Этот доктор намекает на что-то или что? Я так делаю довольно часто. Но по тебе видно, у тебя вон какой живот пивной. Вообще тяжело сохранять ум, если не позволять себе иногда сходить с ума. Но вот чай могу вам сейчас предложить, будете, а я могу отказаться.
Могу, но не буду. Вот и хорошо, так беседа пойдет свободнее. Скажите, к вам начала возвращаться память? Я до сих пор помню только обрывки, даже не помню, как попал сюда. Не помните? Вас привела сюда ваша жена после очередного приступа. Это было довольно тяжелое решение, но она сильная женщина. Она очень хорошая, это правда. Ну все, время вышло, пока. Доктор, вас просят подойти. Я прошу меня немного подождать. И, пожалуйста, не сломайте мне стол. Он просто так оставляет его в кабинете? Он мог бы попросить его выйти в коридор? Или еще что-нибудь, он же больной. В шкафу царит полный порядок, куча папок, рассортированных по разным критериям. Еще мне кажется, что из него кто-то за мной наблюдает. Они будто бьют этой штуковиной не по воздуху, а по моей голове. Ну да, они уже задолбали. Что он там записал, можно посмотреть. В тетради неразборчивым почерком что-то написано, прочитать тяжело. Даже если бы я хотел прочитать, все равно не смог бы понять, что написано. Наверняка сложные психиатрические термины. Похоже, что этой именной ручкой решается моя судьба. Мне обязательно все осматривать. Фото собаки, видимо, его питомец. Собаки, бр. Я только сейчас понял, что это собака. Я думал, это какая-то фигня. А вот и он. Как видишь, стол я не сломал. Можешь меня благодарить. Как все прошло? О, можно задать ему вопрос. Это фотография вашей собаки. Я смотрю, вы любите порядок. Вас не раздражают эти тикающие часы. Можно про собаку спросить? Да, это моя Джесси. Обожаю ее. Что ж, давайте поговорим о ваших снах. От правильности ваших ответов зависит ход лечения и ваша дальнейшая судьба. Чем полнее и достовернее будут ваши ответы, тем больше я смогу вам помочь. А я уже дату смерти забыл. И тем выше шанс вашего излечения, если она ему сейчас вдруг понадобится. Расскажите, что происходило с вами Сигдоне во сне. Я очнулся в городе. Было чувство, будто меня бросили, и я остался один. Оставил тот, кто прошел вместе со мной через многое. Я снова воевал. А можно подробнее? Во, штурмовал штаб в Кайлока. Хорошо. Кем вы были во сне? Командиром вроде. Так. Там же этот мужик спрашивал, каково это быть командиром, или это наоборот было. Очень важно, какова была ваша цель, ваша мотивация. Откуда я знаю? Я не помню. Революция, подавление, может? Пусть будет подавление, любопытно. Мне не будут говорить, правильно это, неправильно. Еще я запомнил яркую деталь. Я видел свое надгробие, да, огромное, там было мое изображение и даты. Цифры во снах часто меняются в случайном порядке. Даты на могильной плите менялись? А я не обращал внимания, я один раз глянул, нет вроде. Видимо, они имеют определенное значение. Какая была дата вашей смерти на ней? Вроде 58-й, нет? Хорошо, я надеюсь, вы запомнили ее правильно. Каждый символ имеет определенное значение. Я могу сейчас вам рассказать примерную картину, которую составил по вашим словам. То, что вы были командиром, скорее всего, говорит о вашей готовности взять на себя ответственность за собственное выздоровление. Это радует. Подавление восстания означает, что вы готовы к изменениям. Может быть, пойдете на поправку, он такой глупый. Могила, согласно исследованиям Фрейда, символизирует проблемы со здоровьем. Это если в интернете какую-нибудь фигню гуглить, например, значение имени или гороскопа, и там такая же фигня будет, которая относится ко всем, можно сказать. Что ж, радует, что вы смогли запомнить свой сон и были со мной честны. Экстрасенс недоделанный. Это верный путь к выздоровлению. Хорошо, на этом мы закончим на сегодня. Помните, завтра у вас будет первое свидание с женой за долгое время.
Постарайтесь поговорить с ней по душам, это отличный стимул для выздоровления. А можно он спать пойдет, я еще постреляю. Я боюсь ей показаться в таком виде. Все будет нормально, она вас и не таким видела. Для вас обоих это на пользу, так что не волнуйтесь, на сегодня все. По расписанию у вас сейчас обед, санитары отведут вас в столовую. Приятного аппетита. Ой, спасибо. Он и чай не допил, и к чаю даже печеньку одну не дал. Как так можно? Мне надо запоминать все эти надписи, там вон 1, 2, 5, 3. Я надеюсь, это бессмысленная фигня, когда начинается дождь, и у меня за окном стучит барабанщик. Я стучу по стенам ему в ответ. 98, 99, а дальше не могу еще раз. Не могу дальше. Меня воротит от таблеток, что там выдают. Главное, с головой что-то не то. Я чувствую, что меня пичкают не тем, чем надо. Я думаю, сегодня мне стоит пропустить прием таблеток. То есть у меня будет выбор. Но если я пропущу, я увижу сны или нет? Галлюцинации там какие-нибудь. Давай пропустим. Давай спрячем ее. Выплевывай. Там не надо рот показывать, или вот этому надо? Я видел, как ты только что выплюнул таблетку, когда отошел от окна выдачи. Я сообщу твоему лечащему врачу об этом, у тебя будут проблемы, Карлос. Ах ты, стукач, вонючий. И чтобы больше такого не повторялось, понял? Все, иди дальше. А он не заставит меня выпить лекарство? Просто настучит? Открой рот, подними язык, да. Все-таки проверка там есть. Зачем они заходят сюда внутрь? Я очень устал, мне нужно поспать. Ты за мышкой следишь? А что делать-то? Ночь для меня в последнее время самое неприятное время суток. То есть мне сейчас по очереди надо на предметы нажимать? Сейчас слишком темно, чтобы читать. Ну ложись спать. Я знаю, сейчас лягу, и мне снова будут сниться все эти вещи. Все потому, что ты псих. Да, галлюцинации наяву, ура. Уйди, проваливай. Куда я уйду из твоей головы? Я всегда с тобой, друг. Я не хочу с тобой разговаривать. Выбирайся из моей жизни. Некуда, мы с тобой в одной камере, можем разговаривать вечно. Разве это не прекрасно, или он уже заснул? Я тебе могу много чего рассказать, а я не хочу тебя слушать. Вот достижение, день первый. Опять надо будет сейчас все запоминать. Сегодня ты отказался от приема лекарств, благодаря этому ты можешь увеличить свои способности во сне. Так, повышенная осознанность дает дополнительную осознанность или увеличивает расстояние, которое ты можешь совершать рывком. Ну пусть будет вот так. Это я не могу еще прокачать. Карл, слушай, что мы скажем. То есть, принятие таблеток только на это влияет? На твою деревню напали войска правительства. Деревня, войска правительства. Они убьют твою жену. Спаси ее, спаси Лусию. Так, поторопись, теперь у меня пистолет. Нажми рядом с укрытием, чтобы спрятаться. Так я понял, можно я пойду? А, вот как это работает. Нажми два раза подряд клавишу движения или удерживай. Твоих людей повесили. Блин, хотел пальнуть по-быстрому. Это мои люди. Ты скотина, Карлос. В этом нет моей вины.
Он промазал, неудачник. Помоги. Так, привет, Карлос, это Луис. Как ты видишь, всех твоих друзей казнили, молодец, это твоя заслуга, наслаждайся. А эти что говорили? Аккуратно. Кому-то там половину тела оторвало. Смысл его было вешать. Привет, это снова Луис. Сообщаю тебе, что команда... Команданте... Че? Одобрил дислокацию нашего лагеря близ... Чё-то там, и да, скоро ты вступишь в права команды еще. Сьенфуегос. Твое оружие заклинило. Стелс. Блин. А как его бить-то, блин? Чё за фигня? Я и хотел использовать спринт. А, нет, я не спринт хотел использовать, а рывок. Блин. Вблизи убить врага намного легче. А как убивать-то? Да блин, придурок, отвали. Лусея впереди, спаси ее. Оружие исправно, прячься от помех за укрытиями. Сейчас все будет. Сохранение. Выбирайся отсюда быстрее, Карлос. Что это за помехи такие? Так, целимся. Да блин, как ты мог промазать? Карлос. Карлос в наших революционных рядах все прибывает. Теперь лагерь насчитывает около 1000 человек. Поздравляю. А он кривой. Я его не убил. А так можно, что ли? Читер глупый. Все, сдох. Ты уже близко. Определись уже. Да блин, достал. Поднимайся. И тут помехи. Отлично справляешься. Еще немного, и ты у цели. Блин, чуть не сдох, да? Сколько я могу выдержать попаданий? Блин. Это все? Я не пальнул. Хотя мог. Что это все значит? Луси, извини, я не успел тебя спасти. А если я не успел, то реально ли та Лусия, с которой мне предстоит сегодня встретиться? Я должен докопаться до истины. Пора вставать и умываться, и я весь в поту. Точно, надо умыться сначала. Опять придется все осматривать. День второй. Видимо, да. Старик и море.
А как легко становится, когда ты побежден, подумал он. Я и не знал, что это так легко. Кто же тебя победил, старик, спросил он себя. Никто, ответил он, просто я слишком далеко ушел в море. Так, погода сегодня радует. Пришли санитары. Поведут к доктору, да? Придется опять с ним разговаривать. Здравствуйте, Карлос, у вас свидание с женой. Да, конечно, ясно, сначала к жене. Она у вас красавица. Ты подкатываешь к ней, что ли? Чего, это просто комплимент, не смотрите на меня так. Я же без пальца, как я могу понравиться женщине? А у вас вроде все пальцы целые, просто идеальный мужчина. Я думаю, в будущем придумают операцию по пересадке пальца. 56, он так и говорит, это же число. Я бы ваш безымянный палец себе пересадил. Шучу. Сохранение. Посмотрим на эту жену. Ждите здесь. Я волнуюсь. Может, пока осмотреть комнату, чтобы отвлечься от дурных мыслей? Ну что за фигня? Море такое спокойное, мне бы его спокойствие. Моя голова сейчас скорее похожа не на море, а на грязное болото с мутной водой. Здесь везде такие крепкие столы. Я давно с ней не виделся. Не могу представить, как она будет сидеть прямо здесь напротив меня. Лусия. Привет. Но не такая уж она и красивая. Ну как ты здесь, рассказывай. Нет. Я думаю, на этом можно закончить. Не знаю, буду я ее проходить дальше или не буду. Посмотрим. Пока.